Полноприводный бронированный автомобиль-патруль рассчитан на размещение 10 военнослужащих. Его корпус выполнен в виде цельнометаллической сварной капсулы, способной обеспечивать надежную защиту личного состава, узлов и агрегатов. Полная масса транспортного средства составляет 13,5 тонн. Мощность двигателя – 260 лошадиных сил. Внутри бронекапсулы находятся два ряда сидений, расположенных спинками друг к другу. Если нужно перевезти какие-то грузы, то сидения относительно быстро снимаются. В полученный грузовой отсек можно поместить полезную нагрузку массой до 1500 килограмм. В нашем подразделении он поступил в этом году. Данный автомобиль как бы особо еще нами не эксплуатировался. Отрабатывали его на нескольких учениях, использовали. Тактико-технические характеристики у него неплохие, заявлены. То есть преодоление брода, да, водной преграды 1,75 м. Это довольно-таки... немало уровень. Кроме того, машина может преодолеть перпендикулярную стену или ров в 0,5 метра. Личный состав во время движения может пользоваться оружием, вести ответный огонь через оборудованные в корпусе бойницы. Также машина оборудована климат-контролем, есть кондиционер. В жарких условиях личный состав довольно-таки может комфортно перемещаться длительное время. В бронезащите это как бы большого стоит. Патруль выдерживает взрыв мощностью в 2 килограмма тротила, тем самым относя бронеавтомобиль к классу колесных бронемашин с усиленной противоминной защитой. Для быстрого десантирования предусмотрены специальные трапы и сделан поручень практически во всю высоту дверей. Пока автомобиль апробируется на учениях, но в скором времени, уверены сотрудники, он станет надежным другом при выполнении боевых задач.